Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет распаковка по ссылке с сайта Василёк. Покажу все, что заказала, кое-что на подарок. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Вот такой вот, как всегда, огромный мешок ко мне пришел. Сейчас я распакую, разложу и все покажу вам. Итак, давайте начнем немножко с одежды. В общем, часть я тут выложила на кровать, на детскую. Значит, заказала вот такой халат. Это обычный тоненький хлопковый для своего мужа. Я взяла 58 размера. Девочки, он маломерец 100%. Это не 58 размер, это, дай бог, 56. Я еще взяла с учетом того, что он подсядет и плюс маломерит. Мне кажется, вся мужская одежда в Васильке, ну, вообще в ивановском трикотаже, маломерен где-то, наверное, на размер. Идут вот такие рукава. Это просто обычный такой тоненький, видите, хлопковый халатик. Но так как у нас дома жарко, на самом деле для моего мужа самое то. Ну и плюс расцветку он такой у меня любит. Вот, у него есть такой вафельный у меня халат, такой тонкий тоже. Но это, так сказать, ему на смену. Здесь идут вот такие кармашки классные. И поясок. Ну да, это реально, вот посмотрите, это реально не 58 размер. Это, наверное, 56, даже, может быть, поменьше. Ну и плюс подсядет он. Так что я думаю, ну и плюс как бы надо же на запах, да, его. Вот, так что я думаю, что он как раз мужу подойдет вообще идеально. Но качество очень хорошее. Он такой мягенький хлопочек. Прям вот мужьям вашим очень советую. Девочки, действительно, тоненький. Ну, то есть это не теплый такой халат. У меня муж по утрам одевает, когда всех будет нас в школу, в садик. Вот. Вот цвет, кстати, его передает такой коричневый. Вот, в общем, классный халатик. Мне очень понравился. Строчечки все ровные. Ну, постираю, потом расскажу, как он подсел еще или нет. Но мне кажется, немножечко все-таки подсядет и будет, наверное... Где-то 54-56 он, наверное, будет. Вот такой. В общем, так, сыночку своему младшему я заказала вот такой костюм. Это утепленный костюм. Я взяла на рост 128. Не знаю, тоже померит. Посмотрим. Значит, идут вот такие штаны здесь с манжетиком. Просто обычные на резиночке штанишки с утеплителем. Вот таким вот. Очень такие, мне кажется, теплые будут. Тоже как раз носить. И вот такая толстовочка. Но нам сейчас одевать куда-нибудь. И летом в прохладную погоду, весной тоже. Значит, толстовка тоже идет у нас с флисом вот таким. Да, 128 на 8 лет. Но тоже, мне кажется, маломерит. Так, померим. Так, вот моя модель маленькая, да? Нет, вот, кстати, очень подошел на 128, но мы поменьше сейчас роста, мы, наверное, 118, то есть маломерит на размеры где-то. Повернись попой. Вот так вот, очень, кстати, мягенький, приятный костюмчик. Угу. Нравится тебе? Ну, встань, хватит валяться. Я упала. Упала. Нравится тебе костюм? Ага. Вот так. О, так когда и будет у нас дома холодно, то я буду это одевать. Ну или в садик, да? Ага. Вот, молодец. А в садике у нас холодно, и я буду одевать это, вот это же кофта, а это часть от кофты, да? Штаны это называется. Ага, а вот это кофта. Да, молодец. Панту. Я заказала на подарок вот такое постельное белье. В общем, одной моей знакомой. Она как-то приезжала, увидела детское постельное белье из Василька, которое у меня тут застелено. Ей оно очень понравилось. И я думаю, ну почему бы нет, я на Новый год подарю вот такой комплект постельного белья. Двухспальный. Вот такие вот у него размеры. Видите, под одеяльник просто наволочка идет. 100% хлопок, я уже много раз говорила, я очень люблю поплин. Поплин плотнее намного, чем бязь, и очень-очень качественный. Я вам оставлю ссылочку, вот так вот называется этот комплект. Вот, ссылочку посмотрите, я просто не буду распаковывать, так как это у меня идет на подарок. Посмотрите, как он будет выглядеть, но... Я тут немножко пальчиком залезла. Вот качество очень хорошее. Такое, он прямо мягенький. Видите, он такой сам по себе. Но видно, что не колом стоит. Очень, очень мне нравится.
Вообще постельное белье очень хорошее, ивановского трикотажа, я не знаю, я прям очень советую. Дальше я взяла вот такой плед. Я как в прошлый раз показывала, что я мальчикам заказывала вот таких два светлых на кровать. И я взяла точно такой же темный, темно такой коричневый. Вообще пледы вот эти очень классные. Мне вот, этот, именно вот такой в полоску, очень сильно понравился. Значит, этот я постелю, сейчас постелю и покажу, на диван, который стоит у меня здесь в детской комнате. Зачем я это делаю? Во-первых, потому что мальчишки любят что-то жевать или пить на этом диване, это первое. А во-вторых, потому что у меня злодей-кот, который, если его оставлять одного дома, или иногда бывает ночью у него что-то там причудится ему, он начинает драть диван и по бокам. Ну, в общем, там уже куча зацепок. Я хочу застелить, чтобы кот больше не занимался такой ерундой, потому что вот это он не дерет. Он на нем просто спит. В общем, застелю, сейчас покажу. Ну что, вот я застелила пледом вот этот диван. Вы его много раз видели в моих влогах про уборку. Да, я здесь убираюсь у детей. Вот, получается, мой вот этот плед, который лежит, который я заказывала в прошлый раз. И он вообще идеальный. Он не электризуется. То есть вот... Я его сминаю в хорошем состоянии. И теперь вот здесь вот накрыла диван, потому что кот мой, это просто какой-то кошмар. Причем, девочки, сидишь в другой комнате, слышишь звук, как кот дерет диван, приходишь в комнату, а никого нет. То есть, и ты как бы такой привидение явно этим занималась, да? То есть, явно не кот. Но пока вот так, может быть, потом... Каким чехлы на подушки на эти придумаю, пока пусть так лежит, потому что, ну, это же просто невозможно. С моим котом, ему 10 лет, его уже вот, ну, не перевоспитаешь, этого маленького, рыжего, толстого. Дальше не буду продолжать. Вот, причем он дерет не только вот эти боковые части, он здесь начал драть, и вот эту вот сзади спинку, поэтому я заказала большой, 2 на, сколько там, 2,20, по-моему, он идет, плед, чтобы вот туда даже застелить, потому что это же просто невозможно. Если чехлы на подушку еще как-то можно заменить, то диван просто выбросить. И менять каждые 2 года мебель, ну, это же невозможно. Нет, ну, это, конечно, в этом есть какой-то плюс, знаете, смена обстановки, все дела. Но мой муж не очень этому рад, поэтому я решила, чтобы сберечь нервы всех, застелить вот так. Ну и плюс мальчишки, пусть они там здесь сидят, бывает и рисуют. Я потом сняла этот плед, постирала, положила заново. Так что вот так. Ну да, надо мне теперь, наверное, поменять чехлы вот на эти подушки, что-то новенькое придумать сюда. Как вы считаете? Напишите. Может быть, какие-нибудь светленькие под цвет вот этого пледа. В общем, надо что-то придумать. Да, теперь что-то другое. Вот так вот, в общем, у меня теперь смотрится диванчик, но мне нравится. Своему старшему сыночку я заказала вот такие вот носочки. Очень ему понравились на сайте. Это размер у нас 36-41, 90 хлопок, 8 полиамид, 2 лайкра. Это идут коротенькие носочки, то есть не длинные. Вот такие, ну, он у меня дома иногда тоже вместо тапок, они у меня бывают в носках ходят. Вот, поэтому... заказала ему. В общем, здесь идет в упаковке, получается, 5 пар. 2 вот такие, 2 такие и 1 серенький. Ну, это «Звездные войны», да. Вот, а себе я снова взяла вот такие носочки. Я вообще обожаю вот такие носки. Я даже хожу в них дома, под кроссовки можно какие-то одевать. Это такие, они прям тонюсенькие-тонюсенькие. Носочки тоже размер 36-40, получается, 80 хлопок, 15 полиаметр. Полиамид и 5 лайкра. Здесь идет уже 6 пар в упаковке. И получаются вот такие цвета. Черный, серый, фиолетовый, розовый, бежевый. И вот такие зелененькие. Кстати, классные цвета. И, ну, я обожаю вот такие носки, чтобы вот они как не носки были, а как следочки какие-то. Очень люблю. И сзади идет, видите, вот такая беленькая окантовочка на пяточке. И себе я заказала 2 такие, ну, как сказать, толстовки, да, это называется, с капюшоном. Первая — это туника. Я заказала размер 42. Она идет вот такая с капюшоном. Здесь вот что-то тут... бренд какой-то написано. И она идет такая, как платье, с небольшим начесом. То есть, ну как с небольшим? Нет, на самом деле с хорошим начесом. Такая достаточно плотненькая, с завязочками. И вот такой вот у нее
рукав идет, обычная вот такая серая, и вторая вот такая, мне понравился цвет. Реально мне понравился цвет. Это, по-моему, кенгуруха вообще называется, да, с таким карманом. Вот такая. Я взяла 44 размер, потому что хотела, чтобы сидела оверсайз таким на мне. Ну, хотя она и так, в принципе, достаточно большая. В общем, сейчас померю, посмотрю. Тоже с капюшончиком и вот с такими завязочками. Это уже идет не с начесом, а обычная вот такая вот. С начесом. Это я так называю вот эту ткань, называя начес. В общем, сейчас покажу тоже, как смотрится на мне. Но мне безумно нравится вот такой цвет. Помните, я заказывала себе тоже свитер такой, ну, не с василька, а с Китая. И решила, что хочу еще такую толстовку. Когда увидела васильки, думаю, блин, мне нужна такая толстовка. Что-то мне вообще вот такой цвет. Вообще, кстати, люблю зеленый цвет, но не всякий зеленый. Люблю такие насыщенные цвета зеленые или вот такой, как цвет яблочко, что ли. Вот, сейчас пока померю, покажу вам. Итак, вот это вот а-ля туника, толстовка. Я даже достала кроссовки, померить вам с кроссовками. Капюшон, ну, я не ношу обычно капюшоны, но все равно. Вот, он достаточно такой глубокий. Классно, смотрите. Слушайте, мне так понравилось, она вообще обалдеть. Это у меня 42 размер, но она такая, видите, свободная. Здесь есть кармашки. И с кроссовками. Как вам? Мне очень нравится вообще. Сзади, видите, такая удлиненная, а спереди укорочена. Мне очень нравится, девочки, класс вообще. Если можно же одеть сюда какие-то леггинсы или что-то такое, и утепленную такую жилетку, будет вообще такой спортивный вариант, или даже джинсы можно одеть. Но я вам так показываю. Очень классно, мягкая, тепленькая, кстати, вообще. И вот этот капюшон, он, видите, вот просто такой хлопковый. То есть флис идет вот там вот внутри только. Ну, класс, мне очень понравилось вообще. Супер. И вот еще одела вот эту толстовку. Она тоже прикольная. Очень мне нравится, девочки, класс вообще. Особенно цвет. Вот такой капюшон тоже у нее достаточно большой. И сзади она, вот такая полосочка у нее. Показать вам вот такая вот полоска сзади идет, здесь вот надпись вот такая, и цвет очень классный, видите, она мне такая большая, это 44 размер я взяла, то есть она сама по себе вот такая оверсайз, вот такие рукава у нее достаточно широкие, но я на самом деле так и хотела, чтобы она была вот такая, вот такая вот спортивная, чтобы, ну, вот это немножко вот так было. С кроссовками, с джинсами, мне кажется, вообще супер. Очень мне нравится, девочки, а цвет вообще супер. Я обожаю такой цвет. Так что вот такой вот у меня был заказ. Слушайте, ну мне так нравится вот этот цвет вообще. Я просто влюбилась в последнее время в такой цвет. Очень классный, мне кажется, на лето. Ну это такая толстовка на лето, на весну, под куртку, под жилетку можно. Летом просто можно носить вечерком. Но она такая не сильно теплая, то есть здесь нет флиса. Мне кажется, просто супер. В общем, все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Мне этот заказ вообще безумно-безумно понравился. Вот, так что переходите, обязательно смотрите. Ну, а я буду с вами на сегодня прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч.